Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Татьяна Кузьмина. Сегодня я нахожусь на своей кухне и буду сушить зелень с помощью специального приспособления, которое я приобрела в компании Faberlic. Это сушка для зелени. Собственно говоря, купила я ее уже, наверное, около года назад, но пользуюсь не так часто, потому что больших объемов зелени не использую, а маленький пучок зелени мне проще просушить полотенцем после помывки. И, в общем, вот это устройство я использую, скажем так, нерегулярно. Но иногда оно просто меня очень здорово выручает. Вот как в данном случае, потому что у нас сейчас большое количество зелени, щавель, которую мы привезли с огорода со своего, и в итоге мы его, конечно же, весь не съели, уж больно много, пожадничали немножечко в сборах урожая. Но какой выход я хочу найти сейчас? Просто помыть эту зелень, просушить ее с помощью вот этой сушилки и заморозить. А потом, когда возникнет необходимость, я могу сварить щавелевые щи. Так вот, сейчас я приступлю к этому процессу, а вы посмотрите, как все это будет происходить. Насколько эффективна данная сушка. Она действительно очень хорошо отжимает всю влагу зелени, прям шикарненько. И, конечно же, можно еще после этого процесса разложить чуточку зелень на полотенечке и просто, чтобы воздухом она так вот, скажем, подсушилась еще, да, потому что воды-то уже нет на ней, но влажность, влага все равно определенная есть на листочках. Так вот, сушка замечательная, если интересуют вас подобные моменты, если вы любите свою кухню, потому что у нас шикарная серия «Дом», у нас шикарные чистящие, моющие средства, в том числе и для кухни, различные приспособления, посуда, то есть у нас много чего на самом деле для хозяйки есть. Вы можете приобретать все эти товары в компании Faberlic с большой выгодой для себя. Скидка на всю продукцию у нас максимальная 26%, хотя на серию «Дом» может быть 20-26%, но минимум 20% скидка на товары. Причем вы можете не только серию «Дом» использовать, да, у нас широкий ассортимент продукции, это и одежда, и обувь, и аксессуары, и нижнее белье, товары для здоровья, для здорового образа жизни, ну и, конечно же, косметика, парфюмерия, это уже само собой разумеющиеся вещи. Так вот, если вы хотите пользоваться вот всей этой продукцией со скидкой 20-26%, то можете оформить дисконт, напишите мне в личку по тем ссылочкам, которые я оставила под данным видео, я с вами свяжусь и помогу вам оформить этот дисконт. Можете самостоятельно пройти простую регистрацию. Ссылка активная тоже есть под данным видео. Просто заполните коротенькую анкету и получите вход в свой личный кабинет, из которого будете совершать покупки. Когда у вас будут возникать какие-то вопросы, конечно же, я помогу вам сориентироваться. Ну вот, собственно говоря, все. Всем желаю удачного дня. Всем пока, до следующих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. И не забудьте поставить лайк под данным видео.